блин, это просто бомбическая фигня. Я иногда залипаю, еще можно вот такие вот режимы всякие делать. Сумасшедшие. Всем бодрейшего, с вами Фликер, и в этом ролике я хочу рассказать про просто офигительную штуку под названием стакан. Еще можно назвать эту приблуду тостером, потому что она похожа на тостер, но это на самом деле у нас док-станция для жестких дисков. В моем случае от бренда Ugreen. Стоит она 4000 не долларов, рублей. Возможно, сейчас по ссылкам в описании она значительно дешевле стоит, но штука очень полезная, особенно если вы любите, как и я, хранить очень-очень много видеоматериалов. Нахрена же нужна эта станция для жестких дисков, спросите меня вы, но скорее всего те люди, которые сюда зашли на этот ролик, знают, что это такое и хотят просто узнать, стоит ли вообще ее рассматривать. Итак, давайте глянем на комплект. Внутри коробки у нас имеется сама док-станция, которая имеет два слота подключения. Вы можете к ней подрубать хард как 3,5 размера, так и 2,5. И тот легко подрубается и легко коннектится, особенно если у вас Mac. С виндой же вам придется зайти в дисковую утилиту и просто присвоить букву к тому, потому что когда я только подключился, я такой думаю, блин, может он не работает, может быть он только это копирует с одного жесткого диска на другой жесткий диск, но все нормально, нужно просто присваивать буквы тому или иному тому. После этого жесткий диск определяется, и вы можете уже с ним работать. Люблю я прям во время распаковки переходить просто на другую тему. Ладно, дальше по коробке. Конечно же, USB кабель, адаптер питания, инструкции по эксплуатации, да и в принципе все. Помимо того, что вы можете вставить жесткие диски в эту док-станцию, вы также можете с одного жесткого диска копировать на другой. Но такое важное примечание. Дело в том, что вы можете копировать с диска А, точнее со слота А на Б. И емкость диска в слоте А должна быть меньше, чем в Б. Далее вы просто нажимаете на кнопку копировать, которая имеется на самом корпусе девайса, и дальше только ждать. Но лично мне больше этот девайс нужен как просто хаб для жестких дисков. Вставил, подрубился, отмонтажил какой-то материал, выключился. К сожалению, есть такой момент, что не все читают инструкцию по эксплуатации и потом сталкиваются с какими-то неприятными моментами. Но здесь все достаточно просто. Вы подключаете этот стакан к питанию, подрубаетесь к своему компу с помощью USB кабеля, вставляете жесткий диск и нажимаете кнопку питания, которая располагается на задней части самой док-станции. И в принципе все, оно работает. Скорость копирования вы можете видеть как раз на своих экранах. Да, она невысокая, все-таки это HDD, никакие не SSD, но меня это вполне устраивает. Касаемо сборки, никаких нареканий я здесь не нашел, все достаточно аккуратно, как и в большинстве другой продукции бренда Ugreen. Мне очень нравятся, они прям вот стильные, но вот жаль, не все делают из металла, потому что есть кое-какой другой, более дорогой бренд, который делает прям свои девайсы из алюминия, но выглядит Ugreen очень даже недурно. Держат, так скажем, марку и стараются делать все прям вот минималистично и аккуратно. Наконец-то я смог использовать вот этот 8-терабайтник и еще докупил чисто вот для теста на 1 терабайт Seagate 2,5. Потом, возможно, для него в будущем приобрету себе корпус и буду использовать его в корпусе. Посмотрим. Запитывается, читается, с него монтирую 4К ролики, проблем никаких не испытываю. Тут, в принципе, больше нечего рассказывать. Девайс работает, функцию свою выполняет. И при выборе как раз-таки док-станции для жестких дисков вы рассмотрите этот вариант. Опять же, все необходимые ссылки под видео в описании. А на этом у меня все. С вами был Фликер, мобильный геймер. Всем пока.